Adnan Sada. На первом месте работает лидер мастера спорта младший сержант Лукьяненко Сергей. Представляет команду Южного военного округа. В первом упражнении толчки Сергей зафиксировал результат 100 воды. На втором месте работает мастер спорта международного класса Барбашин Ташлан Сергея. Представляет команду федерального управления. В первом упражнении толчки я зафиксировал 135 воды. На третьем месте работает мастер спорта майор Попов Андрей. Представляет команду воздушно-космических сил. Первым упражнением толчки Андрей зафиксировал 109 подъемов. На четвертом месте работает лидер мастера спорта Руслан Бурлей Николаевич. Представляет команду воздушного СВА. Первым упражнением толчки Николай зафиксировал результат 70. Прошло 2 минуты. Дыши, Серега. Давай, молодец. Хорошо, спокойненько, не суетись. Хорошо, Серега, thank you.
Прошло 5 минут. Определился чемпион призора. Если вы не говорите, то записывайте килограмм. Бронзовый призер остался команды Южного Белого округа. Мастер спорта Чайко Александр. Сынок Дайгоре, 138,5 очка. Серебряный призер работы сегодня Белого Ясного. Представитель команды воздушно-космических сил. Мастер спорта международного класса, майор Машин Олег. Судья Григория, 175 очков. И чемпион по журнализм Российской Федерации 2015 года стал президент команды Центрального районного округа, мастер спорта международного класса Павел Владимир. Судья Григория, 187,5 очков. Прошло 6 минут. Досрочно.